Изнасиловавшим пассажирку «Тальго» проводникам ужесточили наказание. Приговор Житису Умбеталиеву и Колканату Курманиязову сегодня вынесли в Костанае. Материалами дела их вина доказана полностью. Доводы защиты о том, что все было по обоюдному согласию, не нашли своего подтверждения. Опровергнут судом факт беспомощного состояния потерпевшей. Умбеталиев и Курманиязов признаны виновными по статье изнасилования группой лиц по предварительному сговору. Каждому из подсудимых назначено 5 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в учреждении средней безопасности. Санкция предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. С учетом этого суд пришел к выводу, что 5 лет, хотя оно по данной санкции является минимальным, но будет достаточным для исправления и восстановления социальной справедливости.